С призывом быть благоразумными в условиях режима самоизоляции к дагестанцам обратился муфтий республики шейх Ахмад Афанди. Духовный лидер мусульман Дагестана отметил, что людям стоит серьезнее отнестись к реальной угрозе, нависшей сегодня над всем миром. Бисмиллях, алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях, усикуму нафси аля асада битакву Аллах, адиуллах, рахимакум Аллах, амма бад. Ассаламу алейкум, рахматуллахи та'аля, баракату. Уважаемые дагестанцы, вот последнее время уже, можно сказать, третий раз обращаюсь к вам. Это уже, конечно, не от хорошей жизни. Мы видим, что творится во всем мире, слышим, наблюдаем. И мы ждали вчерашнего выступления президента страны Владимира Владимировича Путина. И он обеспокоен и продлил срок режима. И исходя из этого, мы тоже должны вот чуть еще более серьезно относиться к этой проблеме. И сегодня пятница, некоторые люди интересуются насчет пятничной молитвы, поскольку это обязательно на каждого мусульмана. Лично я хочу вам сказать свое мнение, свое решение. Я, вы видите, уже скоро наступает время обеденного намаза, имеется в виду пятничной молитвы. Я лично в домашней одежде, и сегодня дома я буду молиться.